чудесное дарование. Дорогие друзья, только что закончился очередной четвертый конкурс, если я не ошибаюсь, «Голос Украины Дикты». И там были, ну, такие замечательные дети. Я думаю, что у каждого, кто хотя бы один раз посмотрел, появились свои любимцы. И вы стали поклонниками. И вот девочка, которая блистала в финале, я думаю, что у нее уже появилась масса поклонников. Значит, во-первых, она телеведущая, это уже звучит громко. Во-вторых, она действительно финалистка вот этого замечательного конкурса «Голос Украины Дикты». Итак, встречайте, пожалуйста, Мария Даниэла Трахтенберг. Спасибо.
Почему?